Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир свободы доступен на вашем смартфоне. Приложение для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org. Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiosat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». События нашего дня. Адвокат арестованного в субботу губернатора Кировской области Сергей Тетерин заявил, что его подзащитный Никита Белых не прикасался к деньгам, а краска на его руках появилась, по всей вероятности, после рукопожатия с человеком, державшим пакет с деньгами. Об этом сообщила РИА Новости. В пятницу агентство ТАСС со ссылкой на своего неназванного